Фильм «Кочевники», часть вторая. Держите. Вы держите. И поснимайте. Нет, я не буду снимать. Не можете? Не хотите? Здравствуйте, Дима. Спасибо. На букву. Я так понял, снимать начали только недавно, да? Закончили. А, закончили уже? Да, главное, что люди отдохнут, и завтра море хорошо. Да, все. Окей, решили. Давай. Тогда сейчас проходочки. Да, проходочки с огнем внизу. Ну, с огнем, да, босиком. Сейчас там и так плавится. Плавится? Вот. Фон плавится. Переговорка у меня здесь. Хорошо. Расскажу, куда двигаться. Давайте огонек посмотрим по переднему плану, может вообще сделать. Зажигайте огонечек, поговорите по переднему плану. Вот только не надо быть Валь, не попал, да. Тестируете алкоголь? Что у тебя опять болит? Не, я сразу не болю. Ничего не болит. Где-то шел так тебе. Черт, мне нравится эта головка. Очень хорошая панорамирующая головочка. В степи. Так, ну вот с такой головочкой мы, собственно говоря, и... Управление башкой? Да. Ай, черт. У меня... Да, мы сделали один вариант, сейчас перезарядимся, еще сделаем. Сколько пола? 85 ребро. Так, какая у нас пятнадцать сейчас? 0,5. А еще лучше. Уже все. 0,5. И что у нас стоит? Только полароид. Валерий? Так, 50 кадров остается у нас, да? Так, мы готовы. Компедиум какой неплохой, а? Хорошенький. Кто будет говорить Батору? Я буду говорить. Дайте мне. Так, проверяем. Батору говорит. А, все, режиссер будет говорить. Так, немножко завалились. Вперед, вперед. Пойдет, есть. Вот фокус. Огонек показываем. Дырка, так, что у нас? Пониже, пониже, потому что пламя заходит. Вот так, не больше. 11. Закрывай дырку. Мы готовы снимать? Мы готовы. Дим Керимович, мы готовы. Да, да. Приготовились. Камера? Да. Пламя совсем не вижу. Вот. Стопчик, скажем, стопчик, стопчик. Стоп! 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 Так, проверяем фокусочек. Крупный план. Пламя пока. Вот так держим пламя. Закрываем диафрагму. Готовы дальше. Приготовились, пошел, Батя. Камера. Пламя повыше. Мы будем пользоваться на другой пакет. Фокус, фокус, фокус. Привет. Где ж ты идешь? Вот же фокус. Взяли? Так. Крупненький планчик можно повторить метров на 10 назад и еще разочек. Сейчас, секунду, подожду вам. А куда жалуешь? Ямки. С курицей это очень эротично.
тебе нечего подглядывать. У тебя кровь вот здесь. Это не кровь. Это менструация. Я кого-то съел. Злые. Можем? Можем. Камера. Давай, Батор. А, да. Стоп. Было. Андрей, нам нужно снять две ямки, пустые ямки от тамги, и все. Там видела, это самое, яйца лежат, перепелиные. Нормально хоть готовить, Дим? Да ты знаешь, я как-то уже... Ты уже привык, я понял. Одичал. Ничего, приедем в город. Посмотрим, а? Женщины, пиво. Давай. Да ничего, это включай. Последний. Сейчас. Только начинай с крупного, с общего. С общего, ага. Это еще рапид у нас, да? Да, все рапид. Слушайте, а пустые ямки поймем мы, что это будет полная ерунда, мне кажется. Не видно ничего, это будет свежий след, будет ощущение, что сейчас вытащили. Мне кажется, гораздо лучше сейчас подумать о том, чтобы подснять какие-то фоны с вертолета, пока он здесь. Сделать хотя бы пролетик над горами. А мы сможем это сделать? Ну, сейчас вот Юрич там разбирается. Мне кажется, более важнее. Пустая ямка, она... Будет ощущение, что вот сейчас что-то сковырнули. Тогда на Такырым полетим. Это Такырым? Ну, где-то нужно сделать. Здесь есть и Такыры. Лучше на Такырым, это будет интереснее. И горы. Такыры и горы надо снять. Конечно. Ну, давайте прямо вот здесь. Ребята, я вам, знаете, что хочу сказать? Что в тот район, в который мы полетим, возможно, не будет солнца. А мы туда не полетим. А мы и не полетим туда. Мы здесь поснимаемся. А, то есть все, на Баджара не летим? Нет. Упростили задачу. Ну, конечно, потому что у нас много материала уже есть. Продублируемся, все то же самое. Нам надо сейчас понять, если мы можем снимать, Дин, тогда вот туда на пик надо ехать. Лететь? Ну, лететь, в смысле. Сейчас надо, я не знаю, Такыр есть смысл снимать или нет? Мне кажется, надо просто поехать туда, где мы снимали. Солнце здесь будет еще часа полтора-два. Юрьевич пошел решать. Конечно, конечно, давай там снимем. Какие проблемы? Здесь тоже город, те же самые горы. Понимаешь, этот пик виден только с одной стороны. С той стороны, когда мы стояли, смотрели на себя. С другой стороны, он не пик. Что? Гряда. Мы вчера видели с двух сторон параллельно. Да, гряда будет. Важно, чтобы понять, что это, что вот давай, это. Давай, давай, полечим туда. А так кричу его снимать. Дядька, привет. Я Батор. Так, и я, естественно, лечу. Не надо. А что, у меня есть? Костюм. Сразу оденешься? Да, сразу. Я вот так. Да. Тогда мы ваши вещи увезем просто наши вещи. Нет, вещи нас отвезем. Там для вещей есть место. Мы же быстрее приедем. Все, если вы сейчас уедете, мы приедем в одно время. Серег, залезь сюда! Как он залезет, Дим? Ну как он залезет? Ты видишь, что творится? Сейчас никак. Так, а там идти выхода. Сюда просто подвиньте камеру. Так, да. Пока на глазик возьмем. Буба, передай, пожалуйста. Она падает сюда. Она-то то, что сюда падает, это... Регулируется здесь. Ну, не может отрегулироваться. Спереди, спереди. И резинки не дают. Спереди, не под. Да, видим. Не дает на коротких резинках. А наклоните, нет, надо резинку вот с окна. Вот так вот, мне кажется, уже. Вот это вот отсюда уберите лучше. За лупу. За лупу. Добрые вы. Так, ну смотрите, все равно. Не, ну ты вот так ее можешь. Нет, ну плюс еще объектив сейчас перейдет. Лучше для. А, пока пусть стоит, я. Спереди под объективом небольшой вход. Ну, в принципе, у вас здесь сейчас оттяжка. Объектив еще повесить, еще она оттянется немножко. Объектив сколько? Килограмма 4 весит, да?
девятка нам нужна, потому что яркость у нас безумная. У нас 0,5 первых. Что такие? 0,5. Блин, компедиум серьезный у вас. Ну да. Он... Нет, почти. Просто пиздец. На очень большом счету. Да, второй раз мы здесь и второй раз попадаем в дождь. Супер-пуперовские вообще. На живой штуке. Да, буду снимать вертолет. Вертолет просто как птенчик. Да. Готовы. Первый кадр можем. Что у нас? У нас полтинник? Полтинник, баттер, а потом обратно. Андрюш, а тебе не нужна глубина? Баттер? Попрыг вот такой был. Есть. Вот так, ага. Потому я с бесконечности на баттер, а потом тут. Так, без подсветки, без ничего работаем, да? Готовы? Диафрагма. Скорость 25. Так, полтинник не надо вкладывать, чтобы не попало. Можно? 43, делаем 5-6. Можем. Камера. Я скажу, баттер. А в кадре? Баттер. Поднимай голову.
Отлично. Вот, выходим. Стоп. 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 Вы будете еще опять сидеть, ребят. Так вы будете спокойно сидеть. Да. Мужчина, можем на 1 метр сдвинуть? Да, я держу. Аккуратней, аккуратней. Аккуратнее, ребята. Дырочку. 11 с третьего. Куда 11 с третьего? Стоп. Как панораму будешь доделать? Да? Ну, все немножко в смазке. Хорошо. Нужно было в любой момент солярить. Давайте тогда полтинчик вот купим, чтобы у нас что-то было. А что здесь на полтинчике? Ничего, ничего не будет? Я медленно веду панораму и все. Хорошо. Хватит ему так? Вот это дает масштаб, просто пиздец. Да. Андрюша, уходи, вот там, где стоит, не надо. Хотя бы наполовину этого уже будет замечательно. Вот так вот здесь? Да, достаточно будет. А зайти... Да, нет, достаточно нет, будет, Андрюша. Ничего. Просто зайдите еще дальше туда. Так, смотрим. Баша, там, где появился Андрей, буквально на полметра чуть дальше еще. Еще. Близко. Вот здесь, вот здесь, да. Поставь сюда какой-нибудь камень, что-нибудь заметил. Пусть отходит метров на 10. Теперь отходи на 10 метров назад. Успел панораму сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Андрей спрятался. 10. Здесь стой. Андрей спрятался. Андрей, голова видна. Андрей, голова видна. Вот так. Можем? Так, начали сразу команда Батра, да? Да. Ты успеешь или успею, можешь сам скомандовать? Камера. Да. Давай, Батр. Есть тут? Замечательно, это есть. Так. Поехали, ребята, есть дальше. Снято. Сейчас дальше. Еще давайте еще не давай. Этот кадр будет одним из лучших. Стоп, Батр, не хвати. Сейчас оттуда пойдешь на нас. Андрей, в кадре с Батером ты был хорош. В клип войдешь именно ты. Иди, Андрюха, осторожно, там корни. Мужчины. Может быть, тебе лучше вот так сделать шаг. Все понял. Это позиция. Можем. Вот так, оглянуться. Готовились. Только тогда здесь команду я не вижу. Ладно, Андрей. Чтобы канал тебе появится. А там начало. Камера. Да? Поехали, Батя. Есть? Че? Давай в рамку. А так вот как должно быть, да, чтобы так? Нет. Ощущение было, что ты вот знаешь, кого-то тебе холодно. Шел, они вот так вот. Хорошо, давай еще. Чуть-чуть. Можем? Камера. Сейчас, секунду, Бат. Да. Пошли, Бат. Стоп. Гениально. Ребятки, пока далеко не ушли, давайте уже. Туда. Вообще здесь слышно. Да не слышно. Ребятки, пока можно на этом же углу посмотреть. Дорожка, она тоже даст ощущение высоты. 40-й, да?
аккумулятор был. Сейчас, стоп. Вот. Чуть к нему двигаясь, идешь дальше. Я от тебя выхожу панорамы на горы. Вот так вот, ага. 5-6 ровно. Куда сможешь подойти еще, Баттер? Покажи, пожалуйста. А вот дальше еще вперед пару шагов. Баттер, наоборот, вот сюда заходи, чтобы ты скрылся за горкой. И ты, получается, между этих гор как расщелины появишься. Так. Мы готовы. А где Дин? Где Дин? Ладно, Баттер, сейчас крикнем, что там... Давай. Пошли! Было? Есть! Так. Это есть. Так, они все общеватые. Какой-нибудь крупничок. Здесь сделали. Может быть, оттуда телевичком попробуем. Там на краю. А здесь на краю. Сюда ты не подходи. А то там просто плита тонкая. Сказал, когда мы уже там потоптали. Смотри, колики в животике. Что? Колики где? Колики вот он сзади. А вот идет. Баттер, только... можешь сесть, да, вот сейчас поставим камеру. Когда найдешь для себя состояние, сядь. И не обращай на внимание, я просто хочу поменять оптику, немножко отскочить, чтобы разные были крупности. Ты просто в этом состоянии ничего не меняй, ладно, чтобы это было во времени. Mm-hmm. Вадим, немножко отойди, пожалуйста. Ага. Да, сейчас накрыть камеру. Капай. Так, приготовились? Внимание, тишина, камера. Отлично. Немножко сюда можно свалить. Вот. Еще лучше. Супер. Так, зацепляйся.